Вот он наш Сатурн. Красавец. июня 2019 года, Харьков, 00:04 по Киеву. Ну, по-моему, прекрасно. Кольца видны. 1 360 000 000 километров до этого симпатяги нынче. Да, в восторге от современной техники. Ультразум, мыльница, фактически позволяет наблюдать объекты за 1,5 миллиарда километров от тебя. Да. Но как ни удивительно, это у нас не основное сегодня. Вон у нас какая распрекрасная картинка. Полнолуние сегодня и Юпитер рядом с Луной. Смотрится это чудесно. Если бы еще так же фокусировалось, было бы вообще отлично. Не убегать. Начнем с Луны. Ну, так будет хорошо. Да, ну небольшой ветерочек. Периодически срывается, вполне себе допустимо. По-моему, самый-самый ясный небосвод сегодня за весь этот год, что я снимаю. Постоянно какие-то дымки, постоянно какие-то пленочки, лондонские туманы. На сегодня грех жаловаться. Прямо такие красоты. И ветра нет, и облаков нет, хотя весь день было облачно. Ну что, пошли попробуем навестись на Юпитер. Сейчас будем его ловить.
желательно со всеми галилеевыми спутниками. Вон они, спутнички. Европа, к сожалению, спряталась уже за Юпитером. Час назад я ее еще снимал. Но зато теперь прекрасно видно остальные три. Ио ближе всего к Юпитеру, Ганимед левее, и вон он вылезает, Каллисто, вижу его, совсем он слабенько мерцает, даже на большом экране я его не так, чтобы сильно хорошо видел. Сбежал. Давай сейчас посмотрим. Опять на нашу сладкую парочку. Что ж ты так рычишь, бедненький? Ну да, в принципе, я сейчас пытаюсь фотоаппарат заставить фокусироваться одновременно на объекте. В 360 тысячах километров. И в 640 миллионах километров. Юпитер 641 миллион километров. Ну. Где там наши луняне, селеняне, инопланетяне? Красивый такой над нами камешек проплывает. Ну что, Сатурн есть, Юпитер есть, Луна есть. Чего еще надо?
Еще надо пожелать обязательно встать мне в 5 утра на работу. А для этого не менее обязательно хотя бы лечь. Ну, красота. Сейчас еще один заход сделаем. А пока 14 минут 1-го, 17 июня 2019 год, Харьков.